Одна из новых пиццерий сгорела в новой части города. Глубокой ночью огонь охватил обеденный зал. Сообщение о пожаре в микрорайоне Олимпийский поступило на пульт пожарно-спасательной части в 3 часа 17 минут. Предварительная версия возгорания – поджог, который злоумышленники совершили, разбив окно заведения. На месте пожара в ходе осмотра были обнаружены две пластмассовые емкости с признаками содержания легковоспламеняющихся жидкостей. Произошло сильное закопчение внутренних помещений, пострадало находящееся внутри имущество. Кто и зачем поджег новую пиццерию в Старом Осколе, выяснит следствие. Владелец заведения заверил, что в скором времени оно продолжит работать в прежнем режиме.